Меньше 2 месяцев остается до единого дня голосования. Внести свой вклад в развитие Мурманска намерены 90 человек. Какие цели ставят перед собой будущие кандидаты в депутаты? Из чего намерены начать свою работу? Расскажет Елена Галямина. В приемной территориальной избирательной комиссии кипит работа. Будущие кандидаты в депутаты пишут заявления, приносят документы и проходят процедуру регистрации. Если в бумагах не будет ошибок, каждый из них станет полноправным участником предвыборной гонки. А главное – претендентом на одно из кресел в Совете депутатов города Мурманска. На сегодняшний момент 90 кандидатов подали документы на выдвижение и регистрацию. Зарегистрированы на сегодняшний день 29 кандидатов. В порядке самовыдвижения из этих 45. Документы на регистрацию будут принимать еще 2 недели. Председатель комиссии рассказывает, исходя из опыта прошлых лет, 90 человек не предел, а чуть больше половины. При том, что в городском законодательном органе только 30 мест. Это 2 депутата от каждого избирательного округа. Совет депутатов для меня это то место, где я могу проявить свою гражданскую позицию. И все-таки я в городе живу уже достаточно давно. И в приоритете это, конечно же, помощь жителям нашего города и в том числе жителям района, по которому я, собственно говоря, решил баллотироваться. В этом году решением горсовета были отменены смешанные выборы. Списочников в совете не будет. А значит, впереди у кандидатов встречи с избирателями – кропотливая и нелегкая работа по решению проблем мурманчан. Ведь не зря говорят, что муниципальная власть – самая близкая к человеку.